Где потребляют больше всего кофе на душу населения? Как оказалось, в Финляндии. Неудивительно, что здесь придумали, как пустить в дело отходы кофеин. Теперь из жмыха делают обувь. Компания Renz с главным офисом в Хельсинки создает водонепроницаемые кроссовки. В ход идут также крышки от пластиковых бутылок. Сырья в стране предостаточно. Каждый год на свалках оказывается около 6 миллионов тонн жмыха. Когда мы начали, то поняли, что в мире перерабатывают только 5% кофейных отходов. А это на самом деле биоотходы. Они вырабатывают много метана. Каждая пара кроссовок содержит примерно 300 граммов жмыха. Это 21 чашка американо. Отходы перерабатывают и объединяют с пластиковой крошкой. Подошву делают из резины. Впрочем, сами отходы поступают в компанию не из финских кофеин. Их везут из кофейных сетей Азии. И опять же, не в Хельсинки, а на фабрику компании во Вьетнаме. Там и делают обувь. И мы создали нечто под названием кофейная полиэфирная ткань. На самом деле, большая часть верхней части обуви сделана из кофейной полиэфирной ткани. Перед началом производства фирма запустила кампанию по сбору средств. За сутки удалось получить более 550 тысяч долларов. Сейчас выпустили уже вторую линейку обуви. В ней из кофейных отходов и пластика сделаны даже шнурки.